Всем привет! Сегодня мы приготовим вкусное блюдо на скорую руку, после которого посуду мыть не надо. Итак, начинаем! Первое, что нам нужно, так это две сосиски. Но для начала нальем воду в кастрюлю и поставим на газ разогреваться. А сами тем временем нарезаем сосиски колечками. Нарезать сосиски можно как покрупнее, так и помельче. Это не столь важно. Сосиски убираем в сторону. Берем пакет чипсов с любимым вкусом и отрезаем верхушку пакета. В данном рецепте мы будем использовать чипсы со вкусом сметана и лук. Кладем чипсы на стол и разминаем, превращая чипсы в мелкую крошку. Чем лучше мы разомнем чипсы в пакете, тем вкуснее получится готовое блюдо. А это значит, прибегнем к помощи подручных средств. В нашем случае это скалка. Мы размяли чипсы практически в труху. Теперь отправляем в пакет с чипсами две нарезанные сосиски. Туда же разбиваем 3 яйца. Для достижения наилучшего вкуса лучше разбить именно 3 яйца на данное количество чипсов, так как если разбить 2 яйца, то полученное блюдо окажется пересоленным. Берем горсточку сыра, добавляем и перемешиваем. Можно использовать вилку, в конце мы все равно будем ей кушать. Тщательно все перемешиваем, прямо в пакете. Уплотняем, потом подворачиваем вверх и фиксируем верхушку прищепкой. Затем отправляем наш пакет в уже заранее кипящую воду на 15 минут. 15 минут прошло, выключаем. Остужаем, заливаем холодной водой. Остудили в течение 30 секунд и пришло время для распаковки. Вот и все. Теперь нам остается только кушать и наслаждаться этим быстрым вкусным блюдом. А что самое главное, после приема пищи у вас не будет грязной посуды. Если вам понравилось это видео и данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и активировать колокольчик. Также вы можете в комментариях написать свой рецепт быстрого блюда. Всем приятного аппетита и до новых встреч!